как у них есть барак таран, блядь. Была бы тема вообще охуенная, блядь. Они, блядь, птичку запустили, она летает, ебать, она все видит, а они наводятся и хуярят по нам, блядь, нахуй. По ночуке. Они днем только не работают. Они работают ночью, нахуй. Они запустили птичек, на птички полетали, на просветили, координаты скинули, нахуй. Те как уебали, над ураганами, смерчами, блядь, на все. Выжили, нахуй. У вас еще нету, что ли? Да нихуя ничего нету, нахуй. Вы лохи ебаные. Мы сюда, Россия великая держава, блядь. Ну да. Ну, он звонит, он, пацаны вот звонят, у кого есть как бы связи, на то он звонит, там вот у одного типа, блядь, там, крестная, она ему подогнала два квадрика, блядь, два планшета, блядь, пацаны работают сейчас там. Другому там сейчас, блядь, он попросил там родню на, через знакомую, чтобы взяли квадрик, зарядили туда ночник, тепляк там, ну, потому что сейчас посадка, ты уже через квадрик, ты просто так ничего не увидишь, надо тепляк, что-то, что-нибудь такое ебучее, потому что зеленка пошла, все, ты хуй не найдешь, блядь. Сами покупаем, вот. Ну, как бы, ну, спонсоров пытаемся найти, но, ну, все равно это, блядь, деньги, нахуй. Ну, есть такие спонсоры, которые нам просто пересылают, блядь. Ну, они, как бы, знаешь, за это говорят, нам деньги, нахуй, не нужны. Там фермера, ебать, скидываются, нахуй, с Воронежской области, ебать. Полтора ляма, блядь, мужики, ебаная армия, блядь, натуре педорастическая хуета. Сука, сами затеяли эту спецоперацию, блядь, на... И, сука, Россия, блядь, школьники нам присылают, гуманитарки, они нам пишут письма, что они нам отправляют, собирают. Бля, в натуре пидорастия ебаная, блядь, Россия ебучая, блядь. Нам школьники гуманитарку присылают, собирают, блядь, на фермера там собирают деньги, блядь, фермера, блядь, на, чтобы купить нам квадрики, там, 2-3 квадрика, блядь, пульты, блядь, и нам сюда поставить, блядь. В натуре ебанутая политика, блядь. Не знаю, правда, нет, там что-то сегодня в новостях там читали, блядь, пацаны говорят, поляки им там в Украине танки поставили, блядь, на то ли 2000, то ли 200 единиц танков, на. Ну, сейчас за день будут набжать, да, и это вообще и будет, это жопа. 200 они набирали, да.